приказываю приступить к общегородскому разводу по охране общественного порядка. Вольно. Вольно! Одним из приоритетных направлений работы органов внутренних дел является обеспечение общественного доверия и поддержки граждан. Сегодня горожане, изъявившие желание оказать помощь полиции, могут вступить в народную дружину, которая направляется на охрану общественного порядка. Накануне в Артеме состоялся открытый общегородской развод нарядов комплексных сил, участие в котором приняли сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии. Настоящим разводом мы показали населению города и в целом жителям и гостям нашего города то, что данная работа активно ведется в ОМВД России по городу Артему совместно с администрацией Артемовского городского округа. В настоящий момент решается много комплексных проблем, связанных с финансовым обеспечением деятельности, созданной на территории Артемовского городского округа добровольной народной дружины. Ну, эта работа у нас ведется планомерно, и в любом случае мы достигнем тех задач, которые поставлены перед нами руководством нашей страны. Вступить в народную дружину может любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет. Вот и на этот раз дружинники принимали в свои ряды новых членов. Это двое жителей поселка Заводской, один пенсионер МВД, а также 12 граждан из числа членов общественной организации Федерация ездового спорта Артемовского городского округа на территории села Кневичи. Вице-президент Федерации Оксана Ладогубец и две ее собаки породы хаски Ермак и Карма получили форменную жилетку и значок дружинника одними из первых. И правильно, ведь такого грозного воя испугается даже самый отпетый хулиган. У нас была встреча с Константином Владимировичем в Кневичах, с нашим участковым. Мы узнали, что можно вступить в ДНД. Нам это очень понравилось, потому что место дислокации наших соревнований в основном в Кневичах. Для нас это было отличное, ну, так сказать, возможность еще больше приучить, так сказать, кневичанцев к порядку, к чистоте. Для нас это очень важно, потому что люди мусорят, у нас собаки лапы режут. Мы планируем оказывать помощь нашей полиции. Мы хотим подключить к спорту не только молодежь, но и трудных подростков кневичей. Хотим проводить, ну, такое мини как тренинги, обучение для детей по ездовому спорту. С такими четвероногими охранниками кневичанцы точно смогут почувствовать себя в безопасности. А нарушителям общественного порядка придется, как говорится, подумать дважды, прежде чем совершать противоправные действия. На сегодняшний день общая численность народных дружинников ДНД Артемовского городского округа составляет около 100 человек. И чем больше в нашем городе будет таких сознательных граждан, тем спокойнее местным жителям будет передвигаться по его улицам. Александра Селиверстова, Тарас Боднарук и Даная Михайлова. Городские новости.